Toponimicul Botanica s-a afirmat datorită influenței școlii de horticultură fondată în 1842, care a și înființat primul parc dendrologic. Locuitorii din preajmă îi spuneau grădina botanică. Pe lângă flora deosebită, botanica se mai mândrește și cu talentele sale. Talente! Au! Передай привет членам жюри, пожалуйста. Нет, нет, они там. Они там. Все. Скажи привет от ведущих. Спасибо. Да. Здравствуйте. Вам привет от ведущих. Еще от кого? И от меня лично всем здравствуйте. Здрасте, меня зовут Алексей. Мне 28 лет. Я сам пишу и исполняю свои же композиции. И сам и слушаю. Ну, бывает и такое. А почему шелки разные? Это брак, наверное, завода. Ну, давайте. Ваші музиканы популяры, мы на дряптесус, мы на стынгасус, ну требуется грешинка, с этим дела у цары, ботаника чокана, от у вас качетру, десь мой сын тем фраз, что требуется бурбин, так латини куржи паку брат, фелари ведери, но а еще латам спол, ваші музика, кишинел сити, peace for everyone, эй йоу, ну враз, задор, жду мне остро, тот бини, а то сейчас пулдац, кумел фай хип-хап, оля, где поддержка, дим партия острая, мы не лекал, где сус, Sus, everybody! А тишина, є цара м'яка, Мала Італія, Орла Москва, Орла Канада, Родина мама, Гунтіл мені інима. А тишина, є цара м'яка, Так йо мала Каліфорнія, Орла Москва, Орла Канада. Спасибо. Спасибо, сегодня не ваш день. Спасибо.